Можно ли наклеивать обои зимой? Поговорим об этом поподробнее. Когда лучше наклеивать обои, зимой или летом? Вопрос, который может возникнуть у каждого, решившего самостоятельно заняться этим видом строительно-отделочных работ в своем доме. При наклеивании зимой возникает меньше проблем со сквозняками. Форточки и окна в зимний период принято открывать реже и надолго. Основная проблема – чрезмерная сухость воздуха в помещении из-за работающих в холодную погоду радиаторов отопления и промерзания наружных стен, особенно в угловых помещениях. Не нужно бояться наклеивать обои зимой, так как у вас не возникнет проблем со сквозняками. Наибольшую проблему составляет наклеивание обоев за радиаторами отопления, расположенными близко к стене. Из-за сильного нагрева и усиленной циркуляции воздуха между стеной и радиатором обои высыхают чрезвычайно быстро. Клей не успевает схватываться, поэтому часто отслаивается. Единственным способом борьбы с этим является использование увлажненного листа поролона или пенофлекса, пенофола, который обильно смазывается клеем и прижимается к стене. Если планируется отклеивать наружную промерзшую стену в квартире перед началом работы, следует измерить ее температуру. Если она близка к 0 градусов Цельсия или ниже, от наклеивания обоев лучше отказаться. Они могут примерзнуть к стене, но с наступлением тепла оттают и обязательно отслоятся. Теоретически можно попробовать добавить в клей антифриз, используемый при приготовлении бетонных растворов, но положительный результат не гарантирован. Самый надежный будет дождаться теплого сезона. Для ускорения высыхания обоев нельзя открывать окна, форточки, двери. Нельзя включать тепловентиляторы, а также электрические системы «Теплый пол» и элементы подогрева стен.